Привет! В эфире наш «Покажи класс». Филя, чем нас сегодня порадуют дети? Ну, как всегда, талантами. Да это понятно. Мне хочется знать, какими именно. Ну, какими-какими. Например, Ангелина классно читает стихи. Вот. Дядь, ведь не даром Москва спаленная по ралям. Фацу задано было, ведь были схватки боевые. Еще какие. Не даром поздно вся Россия пойдет по рейтингу. Да. Было наше время, не то, что нынешнее время. Богатыри не вы, захаем до сонзду. Не моги вернусь, не будь поспорила. Воля, не отдали Москвы. О, какое интересное стихотворение. Жалко, что Ангелина его не дочитала. Но если хочешь, можем еще послушать. Наш следующий конкурсант Фарид тоже знает этот стих. Ну, конечно же, хочу. Тогда внимание на экран. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее время. Богатыри не вы, плохая им досталась доля, и многие вернулись в поле. Не будь на то, Господь, неволь, не отдали бы Москвы. Мы долго молча отступали, но саду было бой, ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры. Посмеешь, что ли, командир, чужие и зарвать мундир, а русские штыки. И вот нашли большое поле, здесь разгуляться, где на воле. А сурорди идут у наших ушек на макушке, ведь утро светило пушки. И у леса синие верхушки, французы тут как тут. Набил снарядов пушку туго, и думал, угощу я друга. Настолько продмусил, что отхитрить, пожалуй, в бою. Уже пойдем за мессиною. Постоим головой за родину свою. Я в восторге. А что дальше делаем? Тоже стихи слушаем? Нет, запоминаем рецепт очень вкусных блинов. Их приготовят сестры Лиза и Василина. Ну-ка, ну-ка. Степашка, ты меня удивляешь. Рецепт знаешь. Можно пойти на кухню к Хрюше и Ине и приготовить. О, отличная идея. Побежали. Подожди. Надо сначала с ребятами попрощаться. О, точно. Малыши, снимайте новое видео-селфи и присылайте на конкурс. Адрес внизу экрана. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. А на сегодня у нас все. Смотрите канал «Карусель». Пока-пока. Пока.